А сегодня с наступающим Новым годом маленьких шахтинцев поздравили Дед Мороз, Снегурочка и их друзья, сказочные персонажи. На театрализованном представлении в городе шахтеров побывала и наша съемочная группа. Новогодний утренник в Шахтинске – это праздник с улыбками, с оригинальными костюмами, с веселыми хороводами и песнями. Лесную гостью елку сегодня не узнать, она сияет и сверкает. Кажется, что если до игрушек дотронется Дед Мороз своим посохом, то они немедленно оживут. А детей на новогоднем утреннике немало. Все они в нарядных костюмах, настоящие артисты. Одни участвуют в новогодней сказке, другие танцуют, кто-то исполняет песни. У всех ребят получается отлично, потому что выступают с настроением, потому что скоро Новый год, а рядом Дед Мороз и Снегурочка. Снегурочка своим волшебным колокольчиком приглашала гостей на праздник. К малышам пришли Синичка, Лошадка и Водяной, который хотел вместе со всеми встречать Новый год и веселил всех играми и забавами. Дети старших и подготовительных групп пришли на представление нарядные, веселые, в предчувствии праздника. Не забыли ребята и выучить новогоднее стихотворение. Ана тілі біздің туған анамыз, анамызды сыйлап бағамыз, ана тілі бағаласа қалаймыз, өзіміз және бағамыз. Еще одни гости маскарада – родители, которые сегодня окунулись в новогоднюю сказку и почувствовали себя снова детьми. Каждый год дети ходят на елку, потому что ставит красивую елку акимат. Приезжают всякие аниматоры, выступления всякие, поздравления. Очень хорошо на елке. Для детей хоть что-то есть в городе будет. Ходить куда-то на Новый год, атмосферу создать. Вот ради детей все, и все. Сколько у вас деток? Четверо. Почему им нравится? Ну, Новый год все-таки, детский праздник, атмосфера. Создать им вот эту атмосферу, чтобы ощутили. Хоть что-то новое для себя почувствовать. Ради них только и все. Рахмет, а вы можете что-то добавить? Да, ну, да. Вот как мама четырех детей, вам нравятся такие мероприятия? Обязательно, побольше бы таких мероприятий. Спасибо акимату за такую возможность подарить детям праздник. Новогоднее настроение, атмосфера действительно... Нам очень нравится мероприятие, которое устраивает аппарат акима города Шахтинска. Весело, зажигательно и очень приятно для наших деток. Мне, как многодетной матери, это по душе, ведь нам выпадает хорошая возможность повеселиться. В этот день никто не скучал. Радость была на лицах и взрослых, и детей. Все получили мощный заряд бодрости и хорошего настроения. Дорогие ребята, поздравляю вас с наступающим Новым годом. Новый год – это самый счастливый, самый хороший праздник у нас. Но я думаю, что в 2023 году вы достигли хороших результатов в сфере образования, в сфере спорта, в сфере культуры. И надеюсь, что в 2024 году вы приумножите свои достижения. А мы со своей стороны будем принимать все необходимые меры для улучшения сферы образования, сферы спорта. И сегодня по традиции мы перед Новым годом собрались, чтобы загадать желание. И в Новом году, дорогие ребята, я желаю, чтобы ваши все мечты сбывались, обрели новых друзей и крепкого здоровья, дорогие ребята. Жаңа жыл құтты болсын, балалар. После театрализованного представления ребятам показали сказку, поставленную актерами театра «Мускомедии Караганды». Роберт Граф, Серик Тогаев, Николай Шевелев, 5 канал.